Я раскрываю вам величайшую тайну. Это анонс. Я сижу, пержу, ничего не делаю, никого не трогаю. И тут мне пишет подписчик. Говорит, моя мама... Это сейчас серьезно, то есть это не шутки. Моя мама бросает тебе вызов. Она будет учиться играть в Fortnite, и поскольку ты тоже не умеешь играть в Fortnite, ты тоже тренируйся, сука. И потом у вас будет баттл, блядь. Вот. Его мама возьмет с работы веб-камеру. Господа, просто не спрашивайте. Наверное, сила в неведении. То есть, чтоб вы понимали, я уверен в том, что это не он предложил, не подписчик предложил. Его мама, насколько мне объяснили, реально тоже смотрит мои стримы, и ей нравится. И она мне лично, не он ей предложил, она мне лично бросает вызов в Fortnite. Поскольку я реально там нихуя не знаю, вот, мы в равной степени. Поэтому я должен тренироваться, чтобы, я извиняюсь заранее, трахнуть маму подписчика, победить в Fortnite маму подписчика. Я просто не знаю, насколько мне себя надо сдержанно вести. Я реально тренируюсь для того, чтобы с мамой подписчика потом устроить баттл. Она, значит, возьмет вебку. Я думаю, что я попробую это все оформить максимально круто. И Лаврик, это будет стрим от Лаврика. То есть с Лаврика компа будет происходить стрим. Но я свою вебку и свою игру буду стримить на комп Лаврика. И мама подписчика тоже на комп Лаврика будет стримить. А Лаврик будет переключать то мое изображение, то его изображение. И у нас будет совместный стрим с мамой подписчика. Меня эта идея заинтересовала. Алло, я разговариваю? Алло. Смотри, сейчас мы можем сделать шоу-матч. Вы так. Просто можете друг с другом поиграть, вот и все. Угу. Шоу-матч совместно, потому что это слишком неравно будет, если вот вы против друга будете драться. Насколько она меня знает? Она? Да. Сильно. Знаешь, она не настолько твой фанат, насколько я ей рассказываю больше о тебе. Ага, ага. То есть я настолько твой фанат, что она даже знает. А как мне к ней обращаться? Как ее зовут? Ее зовут Светлана. Ты можешь материться, можешь абсолютно все говорить. Она шарит за некоторыми. Ладно, а отчество как? Викторовна. Светлана Викторовна. Хейт спич будет? Как это называется? Когда перед боями в ММА друг друга обсирают, вот эти предъявы всякие. Эй, Лев против, ты не прав, нельзя пиво забирать. А Лев против такой, да пошел ты, блядь, вот так. Знакомьтесь, Светлана. Здравствуйте, Светлана. В наушниках. Привет, привет. Сейчас, секунду, Светлана, подождите, я сейчас открою золотой подарок. А где мое оружие? Я не поняла. А что, у меня только кирка? Блять, мне кажется, будет охуительно. А почему я тут вот? Все окей. Светлана, давайте спрыгивать на Daily Bugle. Светлана, прыгаем вот туда, я отметил. Да, вот вижу вот эту точку. Да, мы сейчас туда. В этой точке теперь не пролететь ее. Все, прыгаем, Светлана, прыгаем. Туда летят чебоксары другие. Светлана, чебоксары есть рядом? Ебать, блядь! Светлана, мне дали сейчас 5000 рублей! Блядь! Спасибо! Пойдемте добывать оружки. Сука. Нам это надо? Да. Как его брать, напомни. Светлана! Да. Пойдемте в. Вот, либо вот это оружие возьмите, либо там ПП лежит. Я отметил вам. Как мне вниз спуститься? А, вот. Все нормально. Блин. Светлана, я здесь, я сзади. Вот оружие. Все, пойдемте. Да не надо. Подождите, Светлана, я вам сейчас дам попить вот эту синюю мочу.
Вот, попейте. Как же без синей мочи-то, собственно. Фух, я, бля, пацаны, я не знаю, как себя что вести. Еще? Ну, я не шарю. Ну, я нажимаю, она не нажимается. А, да, пить. Вот, да, вот, пейте. Светлана, смотрите, вот сейчас вот отсюда надо будет выпрыгивать на паутину и на тот уступ. Опа-на, тут сколько всего интересного под ёлкой оказывается. Ладно. Кирилл, тут под ёлкой, смотри, классная штука, защитное зелье. Я сейчас подойду. У меня есть такое, пейте тоже. Светлана, вот такая пушка зеленая вам надо? Мне все надо, мне чего побольше. Берите вот эту, зеленая покруче будет. Потом разберемся, что с этим делать. Нас еще не будет накрывать этой волной? Не, уже потихонечку, надо съябывать отсюда уже. Валим, 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 валим. Ладно, побежали. Тихо, с каких сторон? В доме, со всех сторон! Блять, да как стрелять, сука? Светлана, я нагнул, еба! Так, я думаю, надо. Светлана, аккуратнее. Держи, вот так. Все, короче, я полетел, мне похуй. Сейчас. Да, блядь, давай. Блядь, да там Светлана нагнула всех, пока я долетел. Ого, ну хотя бы дробовик мне. Вот это добра. Это все подстава. Она делает вид, что она нубик. Спасибо большое. Морти, а где здесь перчи? Они изичи были. Ладно. А, все, пойдемте летать, Серёг. Светлана. Смотрите, повторяйте за мной. Все, я умею, чё ты. Почти. Какой ужас. Светлана, здесь у меня сундук. На, сука. Хейтер ёбаный. Светлана, помогите нагнуть изича, пожалуйста. Вот там еще один, вот там в воде еще один изич. Справа. Так, все, я его сейчас трахну, блять, а то че я хуже Светланы? Все, я иду его трахать. Иду хуярить хейтера. Ебать, сюда, ебаный хейтер, блять. Ой, там мне пушка. Светлана, вы зажимаете, когда паутину держите, и отпускайте, когда хотите отпустить. Же меня, вот это меня выкинуло. Куда ты, вообще непонятно куда. Ой, Светлана! Зона идет! Бежим! Светлана! Все, моя жизнь уже мне важнее. Светлана, видимо, все. Это я ей помогаю. А, нормально. Давай сейчас от зоны надо уходить. Я бы долго бежала просто сама. Про машину мы пройдем. На машину, если только будет. Вижу хейтера. Ну, бля, он грузовик стоит. Хейтер ебаный. А Светлана машину угнала. Ну, нормально. Светлана, езжайте! Зона идет! Жесть. Прям как в боевиках, вот в последний туда, момент, да, реально. Вот нормально, кабанус. По кабанам. Все нормально. Не, Светлана затащила, все, мы уже не в зоне. Мы уже не в зоне. Нет, она едет на... Ой, блядь. Нормально. Она включила музыку, я даже не знал. А завать надо быстрее, там вон эта розовая подступает. Мы уже в нормальном, безопасном месте, Светлана. Нормально. А как это сделать? Чего, блядь?
Нормально, нормально, нормально. По центре осталось 10 человек, мы со Светланой должны занять топ-1. Ну, постреляем в кого-нибудь, что ли. Чего ну, надо бы, нет? Надо бы, согласен. На заправке люди побежали туда, сейчас погасим их. Готов. Идем. Сейчас вам. Снеговичков. Блин, вот это бы взять. Вот сюда вот. Ого, это мне, блядь, извините, Светлана, конечно. Раз, блядь. Два. Капец, блядь, мы со Светланой реально разъебываем. Смотри, 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 смотри. Золотишко. Смотри, блядь. Сейчас, сейчас, смотри, смотри, смотри. А, я хотел вот так вот подлететь, но Светлана его уже трахнула жестко. Ну ладно. Я снеговичок. Ой, блядь. Подписывайтесь на Светлану, нахуй я вам нужен. Ой, кек. Я ставлю джамп-пэд. Как его поставить? Держи тебя. А, так тебе. Как это убрать? Где Чебоксар? Блять, его же сейчас убьет Светлана, а я как лох. Блять, Светлана затащила! Чё за хуйня вообще? Блин, Светлана, вы очень круто играете. Когда ранил чела, говори, что его нокнул. Я не знаю, на каком языке общаться со Светланой, понимаете? Типа, насколько она шарит. Светлана, опять Daily Bugle, прыгаем, почти уже. Так чё, уже можно выпрыгивать? Вот сейчас, выпрыгиваем, выпрыгиваем. Но мне самое главное по центре всегда перчатки Человека-паука и дробовик найти, чтобы я был мог подлетать близко и хуярить с дробовика. Это мой стайл игры. Кирилл, тут есть перчатки. Я себе уже взял, берите тоже, Светлана. Пойдем сундучок разорим какой-нибудь. Светлана, подготавливаем. Да, мне надо эти... Кирилл, подходи, я тебя захилю. У вас окей. Есть эти усилители синяя моча? Не, нету. Светлана, вот покушайте перчик. Покушайте перчик, пожалуйста. Ну ладно. Да. Ладно, да, нормально. Как она это делает, блядь? Кто там стреляет слева? Вот там, да, что-то есть. Смотри, хуяк и полетело, блядь. Охерели. Согласен. Стрелять. Дай тебе. Башку. Блядь, его Светлана уже нагнула. Засранец, вот так тебе. Чё в холодосе? Уже брать некуда, рюкзак полный. О, рыбка, рыбка. Похаваем рыбку. У меня новый уровень, Светлана. Поздравляю. Уедет, едет, едет Чебоксар. Добрые эльфы. А, они добрые? Да, они добрые. Ну, видимо, не очень. Блять. Лежачий бокса. Светлана! Блять! На тебе все обойму. Бегите, Светлана, бегите, там зона. А. Валить, 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 надо валить. Валим, валим, валим. Тут сундук, подождите, Светлана. Поехали. Все, поехали. Через горы, через лес. Я даже не знал, что камни можно не объезжать, а... Бля, она просто подошла, его в упор трахнула. Ай, Светлана! На тебе. А, ну, он уже мертв. Еще 10 игроков. Еще 10 игроков, и я уверен, что каждого из них убьет Светлана. Кирилл, тебе купить топовую снайперку? Не, не надо, я не умею стрелять со снайперок. Там есть топовый дробовик?
Светлана пошла нагибать вон Тиму. Ой-ой-ой, что тут делается? На тебе. А, да, я как всегда поздно, блядь. Светлана уже... Подсорная. Я хотя бы убил кого-то. Блядь. Светлана. Светлана! Светлана! Пойдем суету наведем, кто стрелял. Так, надо что-то с этим делать. Надо валить отсюда. У нас с вами лучшая команда, Светлана. Да. 1 килл у меня, 99 у Светланы, да? Так, ну там уже Светлана бежит, нагибать. На тебе чертила. Ух, блядь! Ты чертила босса. Ёбаный сыр! Не, это уже не Светлана, мне кажется. Это уже, блядь... Наказала чертилу. Чертилу. О, перчатки. Кирилл, не отставай. Я бегу. Вот, точнее, лечу. По кому на себе? На тебе. Обойму в голову. А где? Ой, Светлана упала. По центре. Я должен приободрить Светлану. На тебе обойму в голову. Ух, тихо. Блять! Блять! Светлана, простите меня! Простите, Светлана! Я прошу прощения, Светлана, мне пришлось вас скидануть. Да, я вот тут на карачках тоже немножко ползу. Светлана, вы все? Если ты найдешь аптечку, тогда ты сможешь меня забрать. Так, я попытаюсь что-то сделать. Сейчас я прилечу. Давай, у меня уже 126 секунд. Светлана, а тут зона подошла. Я не знаю, что делать. Мне в зону? Ничего страшного. Нет, зона не сильный урон дает. Нормально. Блять. Светлана, потом придется на этих, на перчатках улетать быстрее. Чё, свалим. Главное жить. А как вас оживить, я не знаю. На фургон возрождения иди. А где он? А, вон он, ну такая метка бирюзовая на карте. А, Светлана, я походу не смогу вас спасти. Светлана, я ничего не понял. Блять, я и себя спасти не смогу. Я все, я умер, Светлана. Блять, заруинил карту. А, я должен был забрать ее карту. Ну, если б я раньше знал. Я понял, типа я ее карточку какую-то беру, а потом... Я понял. Иди, я тебе кое-что покажу. Мне тут интересное на крыше. Лечу. Чу, блядь? Это у вас откуда? Это редкое мощное оружие было. Ого! Так это не для того, чтобы по людям стрелять, да? Капуцк. Сейчас. А если вот так? Светлана! Я тут. Которая тебе оружие дала, одно базука, а второе это для перемещения. Светлана, я упал. Мне надо, чтобы вы меня подняли. Почему она надо мной смеется? Вот он, да, фургон возрождения? Вот так выглядит. Да? О, подожди, что это? А, это ядерные бомбы, это не то. Подожди, или это то? Ты да. Чё там застрял? Сейчас я иду.
Все, это то. Блять, как она так далеко улетит? Примерно. Пойдем вот гасить врагов. Я отметил, примерно там. Кому тут? Так, сейчас он переплывает. Смотрите. Да, они на машине ехали, я видела. Чё за хуйня, блядь? Готов получить. Ах ты! Ты чё, бар? Ты чё делаешь? Жалко, Светлана. Я заруинил катку, извините, Светлана. Спасибо, Светлана. Пока, как... спасибо, было прикольно поиграть. Да, всего доброго. До свидания. Пока.